Да? Иди, рот и руки помой, потому что ты весь синий, как синий мальчик. Что, продолжим? Как так. Следует, пожалуйста, помой. Марина Юрьевна, что это такое, я держу в руки? Ну скажи, как называется? Русский. Ну хоть по какого? Табы-дабы. На каком-нибудь языке, знаешь? Бляштифт. Как? Бляштифт. Это на каком языке? По-немецки. По-немецки, да. А теперь давай скажи по-русски, что это такое? Карандаш. Карандаш, правильно, молодец. А по-испански? Александр, ты знаешь, как карандаш по-испански? Не слышу. Может, Энца знает? Энца, как по-испански карандаш? Да? Не знаешь еще? Пам. А, знаешь? Пам. Какой-то пам. Бе. А по-английски? Бе. Какой-то бе. Дедушка, как по-английски карандаш? Пенсил. А, пенсил. Я еще прикину. Ладно. Осторожно, Александр. И по-русски? Карандаш. Карандаш. Карандаш это пенсил, да? Так, дальше идем. На чем сидит у нас Александр? Ой, нет, это мы показываем. Лучше не показывать, да? Давай вот так. На чем у нас сидит Энца? Вот это что такое? Так из того, что тут стул никто не упал. Да, да. Александр упал один раз. Кто? Александр один раз упал со стула, чтобы не упал. Да? Это по-русски, да? Стул, да. Стул по-русски. Давайте скажем. Все, давай. Это же слово. Давайте, пока. Это же слово по-немецки. Штуль. Штуль, правильно. А теперь по-английски? Эла. Эла. Как по-английски стул? Че. 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 А по-испански? Че. По-испански? Че. Как? По-испански не знаешь? Да, думаю. Дедушка, сложно не знаю. Знаешь, не можешь вспомнить? По-испански дедушка не знает, точно тебе говорю. Он не сможет помочь тебе. Не знает по-испански. Не знает он по-испански. Так, давайте дальше. Вот.